Ми будемо говорити про грузинів і про ті вибори парламентські, які відбулися в суботу в цій країні. Це одна із тих країн, яка ще навіть раніше, ніж Україна, ступила на шлях протистояння Російській Федерації. Але складається зараз враження, що проросійський курс у Грузії нехай силою, але бере не просто владу, а бере верх. Адже відбулися вибори, і проросійська партія «Грузинська мрія», котра зараз є провладною, вона оголосила про перемогу на цих виборах, і всі владні структури, зрозуміло, цей процес стимулюють всіляко. Опозиційні ж партії, які сподівалися на більшість у парламенті, вказують на фальсифікації виборів, зібралися на масові мітинги, вже є тисячі людей на вулицях Тбілісі, де відбуваються, власне, ці протести. І президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала цих виборів. На що сподівання і чим це все може закінчитися? Оце будемо намагатися розібратися із Бачо Корчалавою, колишньому, минулому прес-секретарем посольства Грузії в Україні з 2005 по 2010 рік. Бачу, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте з базового питання. От якби ми розуміємо, що в Грузії зараз розпочався масштабний цей мітинг опозиції проти результатів виборів. Ми знаємо, що грузини, як і українці, здатні робити революції, коли результати виборів не влаштовують, і тим паче, щоб захистити правильний вибір, праведний вибір, скажімо так. Чи є десь внутрішнє таке відчуття, що саме на це зараз розрахунок? Тому що інакше, окрім як революційної зміни або приведення до правильних чи там справедливих виборів, от в нинішній ситуації немає. На що розрахунок, будемо так коротко сформулюватися запитання, на що розрахунок нинішніх мітингів? Ну, мітинг вже розійшовся. А розрахунок у опозиції на те, що вони зможуть в правовому полі це рішити. Але цей вопрос вирішиться чи ні в правовому полі, воно не дуже зрозуміло, бо влада зараз не намерена віддавати важелі правління страною. И несмотря на то, что оппозицию поддерживает президент, на самом деле эта проблема гораздо глубже, потому что в декабре надо выбирать нового президента. А по Конституции, которая вот заканчивается переходной период Конституции в Грузии, а по Конституции президента уже будет выбирать 300 выборщиков, 150 из которых депутаты парламента, а 150 представители местной власти. А там полностью все контролирует правящая ныне партия. На самом деле правящая партия в Грузии, там может сложиться там такое ощущение, что это там какой-то коллективный организм, да, но на самом деле, ну, грузинская политика, она такая более византийская, скажем, да, в отличие от украинской. Украинская, она все равно более европейская, потому что Украина находится сама в Европе, а Грузия же, она на распутье Европы и Азии находится, и она такая более византийская политика. И там проблема состоит в том, что эта партия является собственностью одного человека, олигарха Бедзина Иванишвили. Раньше его в России знали как Бориса Иванишвили, потом он стал Бедзина Иванишвили. На самом деле он Бедзина по рождению, но как бы его, он в России представлялся Борисом Иванишвили. Он довольно известный в России бизнесмен. Он один из очень немногих частных акционеров «Газпрома». И проблема состоит в том, что он по сей день, он и его партия продолжают говорить, что мы не пророссийские, мы на самом деле прозападные. Просто мы в Грузии строим грузинское общество, а не такое, как нам диктуют с Вашингтона или с Москвы, или там с Брюсселя. И это вот очень странная штука, это такая странная игра. Вы правильно сказали, что Грузия там раньше, чем Украина, пережила отторжение территории, раньше, чем Украина пережила полномасштабное вторжение России. В принципе, знаете, у меня иногда складывается такое ощущение, как человек, там, грузин, прошедший все, что было там, а теперь живущий в Украине, и там на себе ощущая это, у меня такое ощущение, что они вот это тестировали вон там, в маленькой Грузии, а теперь все то же самое делают здесь, в большой Украине, да? Потому что если Россия не получит контроль над Украиной, в Каспо-Черноморском регионе естественным лидером является Украина. И для России это большая опасность геополитическая такая. Об этом у нас мало думают. У нас просто, вы правильно сказали, сейчас все больше думается там войной, да, когда вот война и все. А это же на самом деле большие игры, да. И то, что мы сейчас наблюдаем в Грузии, на самом деле это один из сценариев нового типа войны, который производит Россия. А слухай, да, от я так подумав, а це можна прогнозувати на те, що може статися з Україною, якщо, умовно кажучи, піти на нелегкий?
Да, я вот к этому и веду, простите, Василий, понимаете, в чем дело? Это вот такое ползучее захватывание страны там новыми Серго Орджоникидзе. Да, там это очень опасная тенденция, но вот оппозиция, она, вот смотрите, они собрались, митинг прошел 2 часа, и они разошлись. Потому что они сами пока не понимают, там, как дальше это будет все работать. Да, было много народа, но это не самый многочисленный митинг. Гораздо больше людей выходило, когда были акции против закона об иноагентах. Ну, так называемого русского закона. Вот. И самое интересное, что оппозиция понимала, что будет делать власть. Они это очень четко понимали. Но они все равно пошли 4 колоннами. Хотя бы 2 могли йти, но пошли 4. Ну, тут треба дисклеймер дати. 4 опозиційні партії в Грузії підписали відповідну угоду майбутню, яка сподівалася, що стане такою собі коаліційною угодою, і пішли 4 партіями. Це те, про що ви говорите. Місто 2, да. Там даже... І тепер, розумієте, і дуже странне поведення Орбана, яке сьогодні відбувалося. Да, вдруг прилетів Орбан. Орбан є... главой ЕС, он председательствует сейчас в ЕС. Он прилетел, а власть это продает людям как поддержку Европы. И они не говорят слово «Россия и Москва». Это говорит оппозиция. И она тоже, оппозиция абсолютно права, что это такой московский сценарий. Да? Но я вам скажу, что в регионах, например, многие люди в замешательстве. Они не могут понять, там, кто говорит правду, кто говорит неправду. И это тоже, да, отдельная часть того, что создала, что в чем и обвиняет Европа на сегодняшний день действующую власть. Это в поляризации общества, в расколе, в админресурсе, в запугивании, подкупе и так далее. И еще раз говорю, почему нам надо это тоже очень детально изучать? Мы же не хотели когда-то изучать там 90-е годы в Грузии, как это происходило, отторжение территории, вот эти все ползучие истории. Гибридная война, то, что мы потом называли, да, в 2014 году. Мы не хотели изучать 2008 год, да, когда я там, уже работая в посольстве здесь, в Украине, с многими своими друзьями, товарищами, коллегами разговаривал, что, ребят, давайте изучайте, потому что вы следующие, вы за нами. Они говорили, да не, ну что ты говоришь, как может Россия напасть на Украину? Ну это Украина не Грузия. Тоже был вот такой ответ, я его очень любил. Да, Украина не Грузия, это абсолютная правда, но лекала, которые закладывают россияне, они их дальше очень удачно тестируют на более больших странах. А теперь вот то, что мы видим в Грузии, да, они тренировку начали с чего? С попытки вмешаться там в американские выборы, тут в европейские. Они начинали понимать, как можно взламывать эту предвыборную систему. А найти предателей на постсоветском пространстве они всегда могут. Вот они их и нашли в Грузии. И сейчас я там часто тоже говорю, вот я живу в Киеве уже много лет, друзьям говорю, ребята, а у вас есть гарантия, что они в Украине не найдут нам кого-нибудь такого же Иванишвили очередного? И точно так же не хакнут систему всю. А потом, да, оппозиция может теперь сколько угодно говорить, что мы не возьмем мандаты, обнулим списки и не зайдем. А по закону там заходится. А, кстати, все вот эти бомбы, которые в законе заложены, избрание президента в парламенте, там, что премьер имеет больше полномочий, чем президент, да, хотя президент глава государства, а президент вообще никаких полномочий почти не имеет. Это закладывал господин Саакашвили. Потому что он хотел после президентства быть премьером. И он был уверен, что он выиграет выборы и дальше будет управлять. Поэтому очень многие вещи, если мы хотим учиться на чужих ошибках, мы можем выучить как раз на примере Грузии. Поэтому сейчас очень важно, как там будет. А там еще там добавляется много элементов, потому что Грузия ключевая страна в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии. Это очень богатый энергоресурсами, да, как бы регион. Вот тут, в ближайшем европейском пространстве, нам неоткуда взять энергоресурсы. Когда там у нас некоторые говорят, что кораблями будем везти с Америки, ну сколько мы их привезем, и они будут дорогие. И это будет рецессия по Европе. Для того, чтобы та же экономика Украины быстро очень развивалась и выходила из кризиса в послевоенном периоде, мы должны где-то найти энергоресурсы. Ближайшие энергоресурсы – это Центральная Азия и Каспийский регион. А в это время, Грузия очень важная, ключевая страна в этом плане. И мы ее начинаем терять. И там начинаются опять интересы России. Это означает то, что Россия пытается не потерять энергоресурс, поставку энергоресурса в Европу. Поэтому, это очень долгая тема. На самом деле,
Я думаю, что большинство украинских там экспертов, украинских политиков должны очень внимательно за этой темой следить, потому что мы как регион были сильны, пока шли в привязке Украина, Молдова, Грузия. Сейчас, если от этого вагона, от этого поезда отцепить один вагон, остальные вагоны... В Молдове тоже, смотрите, ситуация... Не факт, да, что в Молдове это все закончится, скажем, да, так, не вечерний. Да, тоже, да, тоже непростая. Вы же понимаете, что там, ну вот, нет, в Грузии хоть 80% населения проголосовало когда-то на референдуме за НАТО и за ЕС. А в Молдові ж вообще все дуже складно. Ну, бачите, це от якраз таке питання поляризації суспільства. Це те, що Росія робить, вона не тільки навіть в Україні, там, Молдові чи в Грузії це робить. Вона намагається це все реалізовувати, радикалізувати суспільство і в європейських країнах, в тій же Німеччині праві рухи, в Нідерландах праві рухи, та будь-де праві рухи, які з'являються. І, можна так сказати, ті, хто полярні партії, праві-ліві, шукайте там російський слід, тому що це є зацікавлення Росії. Отак от роз'єднювати по максимуму суспільства. Але що я хотів от запитати з приводу Грузії, як все ж таки так сталося, що країна, якої Росія забрала частину території, окупувала, от вона все ж таки пішла, нехай там частково, нехай на 50%, так справді поляризувалася в сторону Росії. Чи це от від незнання? Ні, 50% в сторону Росії немає. Але смотрите, у Грузии было 30 лет одиночества в войне. 30. И никто не занимался проблемами Грузии. Грузия сама пыталась решать свои проблемы. Что получила Россия в результате войны 2008 года? Почему у них развязались руки в 22-м? Вот этот убийственный отчет Хайди Талиамини, где она сказала, что в ответ Грузия применила несоизмеримую силу, необоснованную. Что значит, когда вторгаются на твою территорию, ты применил несоизмеримую силу? Как это выглядит? Не была введена ни одна санкция. Покарали Грузию за российскую агрессию. Ну, потому что она маленькая, ее не жалко. Угу. И это привело... А теперь эти же политики, кто писал эти отчеты, поддерживал их, кто возвращал Иванишвили грузинское гражданство, человек, который требовал, чтобы Иванишвили вернули грузинское гражданство, сегодня посол США в Украине. И она, именно этот посол нынешний, рассказывала, что это очень хорошее правительство в Грузии пришло. Бриджит Брин, да? Да. Да, она работала в Грузии в тот момент, исполняла обязанности посла, потом ее не утвердило это же правительство Иванишвили. И она была исполнителем, потом должна была стать послом. Она говорила, что как вы можете лишить человека с тремя паспортами грузинского гражданства? Верните ему срочно, он должен участвовать в выборах. И он победил в этих выборах. Там была неоднозначная ситуация. А теперь эти люди вот чешут голову и не знают, что делать в Украине, потому что они сами развязали России руки в Грузии. Еще раз говорю, ну вы же помните 2008 год? Да. Хоть одна санкция была против России, хоть одна. И все помнят отчет Талиамини. А теперь мы удивляемся, почему они себя так ведут. Потому что у них главный финансист – это русский олигарх, а они все перепуганные войнами люди. В правительстве имеется в виду. Я не о людях, не об обществе говорю сейчас. Общество мало чего боится, потому что здесь, в Украине, очень много грузин воюют. Вот вчера еще один парень погиб. То есть грузины, наверное, ну так, я иногда говорю, что после украинцев это вторая нация, которая больше всего потерь понесла в Украине. И это важный очень момент, да, что 30 лет их вот просто осуждали, они бились, они ходили. Европейцы им придумывали причины, придумывали еще что-то. Слава богу, хоть на Украине они такого не делают, они в Украину вкладывают, там дают оружие, дают финансирование, помогают там. Техніка какая-то приходить. Ну, тоже, да, как бы... Ну, так. Бачите, на сторону виникають питання в Україні в плані того, наскільки це активно. Тобто, ну, якби виглядає на те, що якщо можна ось цим так званим щитом, буферною зоною, котрою в їхніх очах є Україна, якщо якимись там інтересами можна пожертвувати, то це вже не так і страшно, якщо наше все зберігається в цілісності та збереженості. Ну, принаймні так виглядає, насправді. Ну, да, конечно.
Ну, для них это самый дешевый способ удержать свою безопасность и ослабить своего врага. Самый дешевый способ. Дешевле способа нету. Вы же видите, как они избегают конфронтации, как они избегают каких-то вопросов. То мы не можем, это втягивание в войну. Это мы не можем, это втягивание в войну. А так у нас не хватает сил. А такого маленькой Грузии каких сил должно было хватить? Там люди просто думают, что только 2008 год была война. Нет, я родился, вырос в городе Сухуми, который сейчас оккупирован. И в 92-м году это было... Ну, во-первых, первые столкновения начались в 89-м году. Тогда их погребли. Это еще Советский Союз глубокий, мне 14 лет. А в 92-м началась война. И 13 месяцев грузины держали зубами, как могли это все. А в конце та же Европа вынудила, и ООН вынудили грузин подписать соглашение, согласно которому у нас изъяли все клин-затворы на тяжелую артиллерию. После чего началась атака, потому что у нашего противника оказались российские офицеры и солдаты были в их составе. И у них оказалось все оружие, все прекрасно действовало, вся техника. У них не были изъяты клин-затворы. Ну, я могу долго рассказывать эти истории. Поэтому, когда мы спрашиваем, что произошло с грузинами, усталость. Мое поколение, вот я живу в Киеве. Из моего поколения большинство, кто были бойцы, они не живут в Грузии. Многие воюют вот сейчас здесь, в Украине. Кто-то живет в Европе, кто-то живет еще где-то. Поэтому, ну, когда мы говорим, что произошло. Бедная страна, разрушенная экономика. Любого можно подкупить за $100 в месяц.